Всем привет, это рубрика «Гуляй по Перми», меня зовут Евгений Гуляев. Несмотря на солнце, на улице довольно прохладно, поэтому двигаемся, греемся, включаем голову. Поехали! Кто такой Сергей Павлович Дягилев? Нет. Не в курсе? Нет. Ну, давайте я вам подскажу, он как-то связан с нашим городом. Депутат, может, какой-нибудь? Честно, сейчас не соображу. Это не композитор, нет? Возможно. Очень хорошо продвигал пермский балет. Он пермяк, в смысле? Нет, пермяком он не являлся. Дягилевские фестивали идут. Как сказать, создатель, наверное, целого направления. А как он связан с нашим городом? По-моему, здесь жил. Занимался театром, балетом. А как он к нашему городу относится? Наверное, он жил тут у нас. Что означает выражение «Иван родил девчонку, велел тащить пеленку»? Отцом, наверное, стал. Иван. Иван. Ну, его же дочь, получается. Ну, как бы мужчина не может родить девчонку. Ну, это пословица, поговорка. Не слышали такого? Нет, я слышал, что это, ну, это поговорка. Это падежи. Раньше так падежи в школе проверяли. Именительный, винительный, дательный. Иван родил девчонку. Винительный, творительный. Ну, в общем, падежи. Все падежи? Именительный, винительный, дательный, винительный, предложенный. Там падежи какие-то связаны с этим. Падежи. А перечислить сможете? Ну, по пословице. Так. Именительный. Родительный, дательный, винительный. Творительный. Предложенный. Отлично. Как от зубов. Как обычно шутят 1 апреля? Это я не помню. Но было смешно? Ну, нет, не очень. Честно, нет, никогда не издевались и никогда не было никаких шуток. Как-то раз я проснулся у друзей в гостях, а вокруг все было уставлено пластиковыми стаканчиками с горячей водой. Вокруг моей кровати. Это было жестоко, но это было весело. Распечатываешь на А4 голову человека, она получается такая, как размазана. Суешь ее в банку, но для этого нужна банка. Ну и получается, что будто бы там голова. Я не пробовала, не знаю. И куда ты? В холодильник тому над кем хочешь? Ну, возможно, да. Ну, водой обливали. Водой обливали? Конечно. Спящего? Да. Ну и какая реакция у спящего? Мы с друзьями. Ну, пошутили и заставили наших же друзей съездить на Нытву. Обманули, в смысле? Ну, естественно. На этом рубрика подошла к концу. Читайте книги, любите свой город. Увидимся на улицах Перми.